Люди делают пересадку сердец, рук, легких, имплантируют батарейки, но не могут выдумать что-нибудь от приливов. Это меня бесит! Как обычно, хочешь это купить, а тебе некогда. Не переживай. Прости, я группирую посещения. У меня не было выбора. Аврора? Какого черта? Кто это? Он был моим парнем, когда мне было 18. Мама, мне надо тебе кое-что сказать. Прямо сейчас? Я беременна. Как? Уже? Эй, бабуля! О, нет, никогда не называй меня бабулей. Мы можем вместе пойти по магазинам. Бабушки, которые ищут колыбельку. Нам надо выбрать название. Я тут подумала. Супербабушка. Шикарно, не правда ли? Как ты думаешь? Бабуля, раз уж мы об этом. На самом деле ты совсем не изменилась. У тебя до сих пор есть эта штука. Ну ладно, давайте устроим оргию. Такая классная задница. Простите, мадам. Я занимаюсь кейтерингом, но работы сейчас нет. Суть в том, что дискриминация отражается на белых людях с возрастом. Кстати, нам надо продолжить заниматься разводом. Прости, я не подумал, что это на тебя так подействует. Да нет, конечно, это менопауза. Хватит уже. Мы занялись вашим досье. Какое у вас великолепное имя? Аврора Табор. Табор — фамилия моего мужа. На самом деле моя фамилия Плу. Аврора Плу.